кому пришла идея завладеть этой машиной? Я сейчас не помню, кому. Как-то вместе все решили. В состоянии алкогольного опьянения были? Да. Этого 25-летнего мужчину подозревают в угоне автомобиля ВАЗ-2102. Машина, стоявшая в одном из дворов Свердловского района, привлекла внимание его и троих друзей. Они проникли в салон, завели автомобиль и отправились кататься. Однако вот незадача, вскоре закончился бензин. Толкали автомобиль ВАЗ-2102 в сторону АЗС. Значит, один из них в это время находился за рулем, трое других толкали автомобиль. Значит, сразу же, увидев сотрудников, данные граждане скрылись с места преступления. Сотрудники полиции стали преследовать данных лиц, один из них был задержан. Полицейские поймали того, что был за рулем машины. Далее оперативники установили и личности его приятелей. Оказалось, что один из них был ранее судим за аналогичное преступление. Было установлено, что фактически данные граждане в ночное время распивали спиртные напитки, значит, недалеко от места совершения ими впоследствии преступления, ну и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили данное преступление, решили покататься на автомобиле. По факту угона возбудили уголовное дело. Мужчин отпустили под подписку о невыезде. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. Евгений Гуляев, телевизионная служба новостей.